Ель пятилетняя. Обзор позиций в нашем интернет-магазине питомника «Хвойный дворик». Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну, сегодня мы рассмотрим ель пятилетнюю. Ну, вот у нас здесь одна грядка растет, там другая, поэтому сейчас будем рассматривать. Так, здесь у нас, ну вот, приблизительно 35 сантиметров. Но в этой грядке по 35 сантиметров, она пятилетняя. Ель это однозначно. Ель колючая голубая. Ежегодный прирост вот у ней. Вот, видите, это ежегодный прирост. То есть вот этот прирост. То есть считать, если вы посчитаете, я знаю, что она росла 5 лет семени. Некоторые берут и считают вот так вот. Раз, два и три. И говорят, что это трехлетка. Если вы так считаете, то прибавляйте еще 3 года, потому что трехлетка одной палочкой. Не всегда, ну, практически, смотря как, какой посев будет, какой год. 30 сантиметров. Ну, самая маленькая, ну да, где-то 25-45 сантиметров. Но это одна грядка. Еще у нас есть другая грядка, сейчас мы к ней пойдем и там рассмотрим все. Здесь ее около, в этой грядке около 500 штук. Ну а дальше пойдемте посмотрим в другую грядку. Ну так, уважаемые друзья, вот это у нас ель тоже пятилетняя, но здесь можно найти экземпляры до 60 сантиметров. Поэтому там на сайте у нас написано 35-50 сантиметров. Она практически вся такая, вот видите, ну, некоторые экземпляры по 50 сантиметров, а некоторые экземпляры по 20, по 22 сантиметра, вот смотрите. Но это пятилетка и это пятилетка, поэтому, ну, мы копаем в основном среднюю, выкапываем и отсылаем людям. Ну, на следующий год она шестилетка, естественно, будет очень красивая, пышная, очень пышная. Даже вот эта, которая идет вот палкой, как бы вроде бы, да, но она будет очень пышная и набитая. Уже даже до 70 сантиметров стартанула. У меня есть елка, которая очень пышная, тоже 70 сантиметров, тоже это, видите, просто она росла в одной грядке, поэтому как бы палка получилась. Ну, в этом ничего страшного нету, она отсылается почтой, транспортная компания СДЭК, кто хочет взять ее самовывозом, тот приезжает к нам по предварительному звонку. Обязательно соблюдайте минимальные партии. Минимальная партия на нее 20 штук. Цену и описание ее вы можете увидеть на нашем сайте. Ссылка на эту позицию будет в описании к этому ролику. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Всего доброго!